Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, я снимаю разного сорта видео. Не только разборы палеток, но и анбоксинги, бьюти-боксы, Sephora, Asos, Shein, Style Korean и так далее. Поэтому, если вас интересует такого рода контент, бьюти, лайфстайл, фэшн, пожалуйста, не забудьте подписаться, оцените это видео и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки. Я загружаю от 3 до 7 раз в неделю. Всем привет, друзья! Совершенно неожиданно появились голоса за Huda Beauty, друзья, в моем опросе, который я проводила уже, я не знаю даже какое время назад. За Huda было меньше всего голосов, а потом они прибавились, и я решила сделать непременно видео. Конечно же, сегодня мы будем разбирать палетку Huda Beauty Desert Dusk. Вот так она выглядит, это она в упаковке. Сейчас я вам покажу, как выглядит она без картонки. Друзья, я вам хочу сказать, что я очень люблю формулу Huda Beauty, обожаю ее палетки, ее цветовые истории, мне всегда нравится все. Все палетки, которые у нее выходили, у меня есть, за исключением вот самая первая, которая большая выходила палетка, если вы помните, она, по-моему, называлась Textured, что-то там. Потом она ее убрала из продажи, выпустила новую переформулированную палетку, вот которая Remastered, вот это у меня нет, но я бы хотела ее иметь, может быть, в будущем. Остальные все большие палетки, маленькие у меня есть, маленькие почти все. Итак, вот так вот красиво выглядит, совершенно потрясающее оформление всегда эта палетка, красота, да, сзади обычно. И давайте откроем и посмотрим. Здесь большое зеркало, здесь вот такой вот потрясающий точно так же вкладыш, вот такой вот красивый, загадочный, вообще арт, мне очень нравится. И вот так вот выглядят цвета в палетке, потрясающая история цветовая, очень мне нравится. Я прошу прощения, у меня кошки забегали, вот, и шумят. Вот, вот так вот выглядит палетка, очень красивые цвета. Сейчас мы, как всегда в этих видео, я вам сделала свотч, здесь получается 18, по-моему, цветов. Я сделаю свотч, покажу вам, потом мы сделаем быстренько какой-нибудь образ несложный, и я буду делать выводы. Вы видите, что я уже пользовала эту палетку и не один раз. И я знаю, что она мне нравится, но тем не менее, может быть, что-то изменилось, как всегда, да? И мы с вами должны это выяснить непременно. Мне очень нравится с вами снимать эти видео, так как я прохожу через свою коллекцию и вспоминаю, какие у меня есть палетки, какие есть бренды и какое качество этих палеток. Возможно, если мне что-то не понравится, я буду избавляться, да, постепенно от палеток, которые я не использую часто. Итак, сейчас я сделаю свотчи и покажу их вам. Друзья, свотч вы видите сами, потрясающе совершенно, как всегда, очень-очень красиво все профессионально, хотел сказать, свотчится. В общем, вот этот цвет вот здесь, это чисто блестки, я вам сейчас его покажу, и причем это блестки, вот, они очень-очень рассыпчатые, сыпучие, поэтому с этим цветом конкретно, это называется Космо, с ним надо использовать клей для блесток, потому что просто так они, эти блестки на глазах держаться не будут, это надо иметь в виду. Вот, совершенно замечательная, потрясающе красивая. Здесь я не сказала бы, что здесь есть топеры, здесь в основном просто как бы красивые шиммерные, глиттерные и матовые оттенки. Вот, топеры здесь я не заметила, они все очень хорошо сводятся. Вот, сейчас я быстренько соображу что-нибудь на глаза, буду вам показывать и будем делать выводы. Кстати, я вам забыла сказать, что эта палетка на сайте Huda Beauty стоит 65 US долларов.
ну что, друзья, вот что у нас в итоге получилось. Я еще нанесла айлайнер, как вы можете заметить. Вот такой вот простенький лук из буквально трех теней. И очень-очень симпатично, по-моему. Вот этот цвет, который я использовала на все веко, вот этот вот, как он называется? Twilight. Очень красивый, вот этот вот, просто потрясающий. Так, ну что, выводы такие. Как я и думала, замечательная палетка. Я вам вообще Huda Beauty тени рекомендую сильно. И эту палетку в частности. Будем еще разбирать Huda, так как я вам уже сказала, что у меня есть практически все ее и большие, и маленькие палетки. Вот. Так что, друзья, пишите, что вы думаете. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться обязательно. И... увидимся, надеюсь, в ближайшем будущем. Почитаю с удовольствием ваши комментарии. А пока будем прощаться. И желаю вам всего хорошего, прекрасного настроения и только позитивных эмоций. Пока-пока.